приехали, но решили вернуться. Вот это, представьте, они ночью тоже так же работают. Слышите, какой шум? Наверное, калибрует рельсы, как Олечка говорила. Уже часа два вот этот шум стоит. Рюкзаков куча новые. Там сзади еще такой, такой же желтенький стоит. Как только у этого духа не хватит, следующий на помощь придет. Балдёж. Очередной поход на огород. Шла на огород с вот таким вот ковшиком. А пришлось брать тазик, бо не помещалось. А что тут у нас? А тут у нас томатный соус. Огурчики в собственном соку пришлось порезать, бо баночки маленькие, огурчики здоровые, не поместились. Раму встает, ему Бог дает. Посмотрим, что нам сегодня даст Бог для работы. На работе вот эта штучка сломалась. Так мы домашнюю заберем. Нормальные люди с работы тащут, да? А мы на работе. И что тут у нас есть? Ой, 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 ой. Вот эту красоту, так сказать, надо поделиться с публикой. Уважим Эрику сегодня. Хорош? Еще огурцов возьмем для салата. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Легко сказать. Белье сняла, а диван кинула. Сняла тут или лег. Ты хоть свою кофточку повесь. Потом. Сняла, бо вроде тучки надвигаются. Но они все будут. Ладненько. Сейчас мы, как всегда, погнали. Не могу я без сумок. Это как сваха переезжает. Вечно в торге сумки. Так, все. И вы со мной. Погнали. Стефания мне. Мои помидоры закончились. Что не могли вчера купить? Вчера ж на выходных был наш овощник, он сегодня утром приходит. Если Эрика узнает, что я отдала им помидоры в бар, она меня расстреляет. Но иного выхода у меня нет. Все? Никто никому ничего не говорит. А Эрика пользуется огурцами. Не, я ей маленькие оставила. Есть, есть. Сегодня, ребятки, решила приготовить салат из говяжьего желудка. Чуть-чуть по-другому рецепт. Морковка белая, тонкая, звонкая, прозрачная. В прошлый раз я его проварила, а этот раз я его хочу чуть-чуть протушить с белым венцом. Что скажете, будет вкуснее? Я люблю эксперименты, так что будем экспериментировать. Хотелось еще сделать какой-то тортик с зукини, типа на терочке.
времени нет. Что вы думаете, мороженое есть? Не угадали. Мороженого нет. Заправляем нашу духовочку и становимся. У меня вода течет. Говяжий желудок разморозил. Все, Лилек. Порох с утра нам делаем. Сельдерейчик у меня есть. Вот сельдерея возьмем, как всегда, все посыпки. Возьмем мои сладкие помидорочки. Если Эрика нас не убьет. Картошечку сейчас отвозим. Надо все делать быстро, а потом придет Эрика, и полка будет занята. Каждый готовит свое. Раздел имущества. Шучу. Стараюсь все закуски, все овощные приготовить раньше. И потом картошка, все это занимает время. Говяжий желудок. Сейчас он разморозится. И я его припущу с белым вином. Так, маслица даем немножко на донышке. Перемыли нашу трепуху. Она уже помыта. Сейчас мы ее отцедим. И пойдем принесем белого вина. Мельче нарезать не буду. Оно сварится. Оно уварится. Вы думаете, Лилёк вчера хлеб перекрутила? Ага. Сказала себе, воскресенье, иди гулять. И пошла гулять. Пошла. Глянула на зажарку, вспомнила, что помидор надо поставить на пасту. Вот сейчас пока это будет прижариваться. Борис держит меня с утра. Пошла за венцом, сходила. Что говорит? Похмелиться с утра решила. Ага. Сейчас вам, чтобы вам не воняло. Надо ж вам говяжий желудок чем-то брызнуть. От ей бо не брешу. Не брешу, все туди. Так. Все туда. Тут помидорчик сейчас. Сейчас. Не все сразу. По очереди, ребята. Так. Вино испарится, чуть-чуть водички, соль, перец готовится. Помидор ставим, погнали с мороженым. Ребята, хотела вам рассказать, что в Италии есть, называется полпа ди помодоро. Видите, помидор такой густой. И вот на баночке написано полпа ди помодоро. Это значит просто перебитый томат. Есть пассато ди помодоро, это более жидкое. Так, ты уже там скорчишь. Более жидкое, перебитое. Сюда водички добавим. И есть пелати. Это значит помидоры без шкуры. Сейчас набираем водички. Все, вот это у нас сейчас будет на медленном огне притушиваться. Ну, часок, я думаю. Пока не станет не как жвачка, а как... Чтоб можно было прожевать. Все, я смотрю, у меня сельдерей подгулявший. Надо будет ребят отправить за сельдереем. Вот что тут варится наш томатик. Вот. Практически догалась момент, когда практически вся вода выкипает.
И остается такой сухенький говяжий желудочек. Ждем еще чуть-чуть. Главное не прозевать, бо сгорить. Тут у нас шеф. Все готово. Ну, не все, но почти все. Сейчас синенькие с перчиками еще выскочат. И все. Для Эрики все готово. 8 утра. Белек уже сделала половину мороженого. Закончим с мороженым и продолжим с кухней. Смотрите, какой красивый становится наш желудочек, как хлопчик кучерявый, да? Ну, конечно, все вот эти вот вложения мы отсюда выложим. Нарежем свежего сельдерейчика, помидорчиков, петрушечка. Думаю, что добавлю чуть-чуть чеснока, чуть-чуть в порошке. Придать вкус. Так, смотрите, красавчики. А синенькие у нас такие. Сейчас мы их тоже. Петрушечка, солька, перчик, маслице. Когда их допечешь до сухости, они очень вкусные. А когда они влажные, они как лягушата. Бе, какашка. Ребятки, Эриксончик мне дала разрешение порезать свои помидорчики. Желудочный салат. Желудочно-кишечный тракт. Тестино. Интестино. Инсалата ди интестино. Ну почти правда. Почти желудочно-кишечный тракт. Мы еще сюда огурчика добавим. Я его чуть-чуть нарубала. Я смотрю, вы моргаете, так что я все... Permezzogiorno, certo. Permezzogiorno mangi adesso. Ma non tagliare, ma mangi interi. Ma cosa tagli a fare? Ce l'ho qua col telo buono. Чем будем заправляться? Каци-маци. Да. Ну, сейчас что-то добавим. Петрушка обязательно. Соль, перец. Мы сегодня как вареные мухи. Дождь должен пойти. Пьёвен он пьёвен. Да. Шеф, салат готов. Можно насыпать. Сейчас еще чуть-чуть петрушечкой украшу. В нем есть все. Огурчики, помидорчики, сельдерейчик. Клади с витаминов. И Эриксончик в придачу. Завершающий этап. Смотрите. Это чем я придавливала весь хлеб. Потому что у меня сломалась штучка. Вернее, не сломалась, я ее уже съела перед этим в машинке. Год назад. Все. Хлебушек перекрутил. Сухарей. Кого запанировать? Слона можно запанировать в наших сухарах. Ой, не достаю. А чем же надо пропихнуть? О, у меня еще такая есть. Соляночка. Оп. Пошло. Що там робиш? Виходь, бо капає. А! Чи не лальтро, е? Кому-кому? Гляньте, сині, аж чорні. Почорніли згорі. Так, слідуючий, сказав заведуючий. Вай, Еріксончик! Спінджі, спінджі! Спінджі! Ручки, ножки. Хорошо, хорошо. Давай. Ручки, ножки. Так, заход. Пасяму, нон пасяму. Мамку, камизерия. Та давай, проезжай. Страда либера, семафору верде. Блин. Нон, нон, пасяму, стоп.
Хто сказав стоп? Латин медзо, еора лометто, іо сто латте посто. Порка мізеря, фамі пасари, хі сону тропо ларга. Ну хто це на середину молоко поставив, а? Ану, бистренько все прибрали.